В темном, темном лесу, в темной, темной, темной чаще живет страшная, страшная, страшная баба Яга. Один мальчик пошел в лес и пропал. Одна девочка зашла в чащу и пропала. И следов их никто не нашел. Лес. Самый обычный лес. Это граница мира живых и мира мертвых. И Баба-Яга забирает по ночам всех живых в мир мертвых. Многие, кто заходил в лес поздно ночью, бесследно исчезали. И до сих пор считается, что забрала их с собой Баба-Яга.